В администрации городского округа прошло заседание Совета депутатов. Участники встречи обсудили изменения в бюджете и назвали почетного гражданина Люберец. Подробности прямо сейчас. Депутаты городского округа отметили заслуги Андрея Шестакова. Он автор книги «Горжусь тобой, край Люберецкий», член Союза журналистов Российской Федерации, доктор медицинских наук и заместитель председателя Общественной палаты округа. Прошу рассмотреть присвоение звания почетный гражданин городского округа Люберцы за многолетнюю общественную и профессиональную деятельность. Андрей Михайлович Шестаков, гражданин Российской Федерации, зарегистрирован и более 50 лет проживает на территории Московской области в городском округе Люберцы. Всегда он такой активный, всегда он впереди. Вот. И я тоже, поэтому, когда присутствовал на комиссии, я поддержал предложение. Знаю, что это ветераны с этим предложением выступали, ветеранская организация нашего городского округа Люберцы. Поэтому сейчас тоже обращаюсь к своим коллегам поддержать эту кандидатуру. 24 народных избранника единогласно одобрили предложение. На повестке дня стоял и другой вопрос – изменения в бюджете текущего года. Дополнительные средства выделили на детские учебные заведения. На строительство пристройки к зданию школы 59 в поселке Красково, в связи с тем, что экспертиза проекта была повторная и были применены другие инфекционные индексы. Проведение капитального ремонта в детском садике 12, поселок Октябрьский. Во многом на финансовые поправки повлияла ситуация, связанная с коронавирусом. 4,6 миллиона рублей выделили на проживание и содержание иногородних медиков, работающих в Люберецкой областной больнице. Все изменения депутаты приняли единогласно. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.